Это что, собеседование, что ли? Люди и инопланетяне. И как, Тусик? Привет, как дела? Воу! Что? Чувак, тебе очки нужны здесь какие-нибудь? Всем море приветов, друзья, и, конечно же, позитива в ваши окна. Нептуна здесь, рубрика «Прикольные игры», и мы продолжаем дальше приходить Тролль Фейс Квест. И на сей раз это интернет-мемы. И это прикольно, потому что мы разные уже приходили варианты Тролль Фейс Квеста, то есть приходили видеомемы, приходили спортивные разные варианты, хоррорные разные варианты и прочее, но интернет-мемов еще не было, поэтому это будет наше офигительное первое прохождение. Будем троллить и троллить и троллить, да? Так, ладно, погнали. А, видеоигры еще проходили, точно. Так, давайте посмотрим вообще, что здесь есть, сколько уровней. 8, 16, 24. О, там Бэтмен был. Вау, прикольно. Так, и 32. То есть, 32 уровня. Плюс, так же, как и, видимо, в предыдущей игре. Помните, мы там троллимончиков собирали, то есть покемонов, только троллимонов. И, находя, допустим, 10 штук, можем открывать секретные уровни. Так вот, здесь нужно найти, блин, 10 какашек. Зачем? Не понимаю, ну, вообще в этой игре нужно отключать мозги и тупо играть в то, что тебе дают, и не спрашивать ничего. Ладно, надо найти 10 какашек. А также нужно разблокировать еще один уровень, можно. Для этого нужно проиграть на каждом уровне, да? Понятно. Ну что, вы готовы? Я готов, погнали играть. Нажми, а, это типа обучение, нажимаем. Вау! Что? Вантус? Зачем? Нет, оставь себе. Окей, я взял. Что? Что? Зачем? Какого хрена он начал прыгать? Я еще проиграл. Так, подожди. Нажать сюда. Так. Ага. Допустим, на дверь. А, вот тебе, говорит, башмаком по морде. Мы пошли какать. То есть вот так? Подожди. А, я какашку нашел. Боже, я думал, что там за фигня. Ну, видно, что какашка. Я думал, типа табличка, нифига. Я нажал и взял какашку. Так она вот так выглядит, да? 1 из 10. Окей, а это вообще какой, типа, мем интернетный? И чувак похож, знаете, на этого. Как его зовут-то? Легенда... Legend of Zelda. Помните игрушку? Как там его? Кларк? Клерк? Клирк? Я не помню, я не играл, но... персонаж как бы знакомый. Можете в комментах написать, чтобы я... чтобы я знал. Да, кстати, когда вы знаете, на что это пародия, какие мемы интернетные, то пишите тоже в комменты, чтобы мы все знали. Да? Погнали дальше. Так, какая-то ящерка. Ящерка в какой-то древней Греции, типа, смотрит на дорожный знак с изображением неровной дороги. И чё, это предлагаешь? О, говорит, море, чаечки... Солнышко вращается по кругу. Какие-то рептилоиды. И что это такое? Нет. Типа это не волны? Так, подожди. Я помню, что здесь... это же... Вот я играю как бы через эмулятор, то есть мобильная версия. И здесь может все быть... Это что-то со знаком, да? То есть здесь можно тереть, можно трясти, можно типа... Нажимать многократно. Можно, типа... Вот, вот. То есть можно зажать и провести как бы наверх или в бок. И что-то происходит. Я зачем-то вытащил знак и побил по голове эту ящерку. Это было очень неразумно. Погоди. Давайте сначала внимательно посмотрим на какашки. Есть ли где-нибудь какашки? Подожди. Погнали, третий уровень. Какашек там, видимо, не было, да? Так. О, звонок. А на звонок надо отвечать. Что? Не пройден? Почему? Это же Forever Alone, да? Помните, такой прыщавый, большой, с большим подбородком чувак? Сидит и типа... Он вечно один. Но теперь он не один. А почему это я не прошел? То есть я нарушил интернет-мем? Он должен быть типа один? Или не должен быть один? Что-то не понял, погоди. Ему позвонили. Он ответил. Есть табличка, есть... Снизу вон есть типа вилка. Можно же сделать так, чтобы ему никто не позвонил? Вот. Типа я снял. И что? Ему никто не звонит. Божечки.
Ну как дурак? Бедный Forever Alone. Кстати, это какая-то новая игра, видимо, да? Вот Trollface Quest USA Adventure. То есть приключения Соединенных Штатов Америки. Окей. Что это? Какая-то веселая ферма? А, это Годзилла? Боже, бегите! Это Годзилла! Да, типа как в пародийных фильмах на Годзиллу. Типа Годзилла — самый страшный кошмар Японии, как вы знаете. Типа у них там в стране, ну, в Японии очень много фильмов про Годзиллу, и они реально ее, ну, боятся, эту Годзиллу. Иногда она хороший персонаж, иногда плохой. Что мне вообще нужно здесь делать? Погоди. То есть она не сразу начинает она крушит все дома и уходит. Ей как бы плевать на то, что их отстраивали люди. Так, то есть нажать нужно куда? Нажимаю неважно куда, она просто выходит. Нажимаю на нее. Окей. Это что? Это выбор противника? Подожди. О! Она стала этим... каким-то щеночком. И что? Подожди, я думал, что это типа твой противник. Потому что в фильмах про Годзиллу, Годзилла всегда ищет себе противника, вот такого же большого монстра. И они типа, схватка у них, битва. Они крушат все направо и налево, крушат дома. И Годзилла в итоге побеждает. В итоге. Но здесь, видимо, как-то все по-другому это... Что? Ты перданул? Боже, я подумал, что он типа хочет яичко отложить. А, я еще и прошел. Круто. Так что здесь... А чувак себе сделал, видимо, олень. Или, погоди, это лось. Морда тупая и большие такие рога. Ну, не заостренные, а такие затупленные. Это лось. И что? Так. Теперь почему-то вместо первой половины лося появилось какое-то тело птички с ногами. Теперь вообще непонятно что. Какого хрена происходит? Влажные фантазии таксидермиста, да? Подожди. Боже. Голубь вместо глаза пуговка. Зашибись? Волк. Птичка. То есть неважно как, я много раз нажимаю или там вожу, делаю слайдиком вверх, вниз, слева, вправо. Это не работает. То есть, видимо, решение не здесь, да? No. Что? Подожди. Он говорит нет. Вот, нормальный лось. Нет, это, видимо, работает не так. Он канистра есть какая-то, может его сжечь? А, не хочу пореагировать. О! Что там было? Я какашку нашел? Вторую по счету. Зашибись. Нечаянно нашел какашку, она была где-то здесь. Но я ее не заметил. А что делать? Может, на тебя надо нажимать много раз, нет? Так, ну это явно не работает. Может, стряхнуть как-то? Гвоздики нет. Дверь открыть нет. Ой. Я каким-то чудом ему ноги оторвал. Как? Погоди. А, я слайд просто сделал вправо. Что? Рыба, рак... Что? Какого хрена? Что я сделал? Из чувака сделал какую-то непонятную хрень. Окей. Подожди. Вот здесь меня смущает, вдруг здесь какашка есть. Я как-то не особо обратил внимание, но знаете, когда увлечен, реально, я увлечен, когда игрой, то я могу пропустить мелкие детали. Ну, вроде пока ничего нет, да? Какашку я, по крайней мере, не вижу. Ладно. 6-й уровень, друзья. А что это? Игра в какие-то карты? Знаете, такие типа карты? Magic the Gathering, как-то так называлась она? Или что-то еще есть карточные? Вот тебе. Отвечай. Бух, взрыв. И что? Я проиграл? А, я никогда не играл в карты, я не знаю правил. Тут эта псина, этот док, этот, помните, ВКонтакте такой был? Выскакивал. И что? Вы что там ржете? Что-то у них тут недобро затевают они, смотрите-ка. Они все ржут. А ты не хочешь поржать? Так... Нет? Не взрывайся! Даже как-то по-другому, видимо, работает, да? Но они же не просто так ржут, их нужно что-то с ними сделать? Потрясти?
Может, с картой? Может, лампочку отключить? Подозрительно. Может, столик там как-то подрезать, нет? Ботинки. У тебя насядка такая подозрительная. Ой! Ни хрена себе. Он стол опрокинул. Я на него ничего не нажал, он стол взял, уничтожил игру им. Зашибись. Хороший напарник. Это что? Go, fight, get, go. Это что? Ну, какая-то, видимо, знаменитая битва. Он пошлепал его по спине, и все, и все. Так, погоди. Это, видимо, как-то по-другому работает. Может, стряхнуть как-то? Подожди, тут где-то, видимо, ключевая точка, потому что я... Неважно, что я делаю. Может, зажать? Ой, я зажал мышкой, и смотрите, он плачет. Уровень... А, это не то. Почему он плачет? Он заплакал просто так, или потому что я зажал, пальчиком? Вот я зажал. Это не так работает, подожди. Может, здесь? Нет. Нет, не плачь. Так, ладно. Что здесь? А, вот так? О, боже! Нужно было просто... Я вроде бы нажимал эту приколюху. Понятно. Так что это... А, это же Киану Ривз, да, который, помните, мемчик, когда он сидит такой на скамейке и кормит голубей или что-то такое там делал? На тебе бутер, чувак. Нет? А, это намек на то, что типа, как в Матрице, помните? Киану Ривз же играл в Матрице раньше, и типа он кидает в него этот бутер, ему нужно, видимо, как-то уклониться от удара. Давай. Вот, да! А какашка есть? Подожди. Вот тут какашка была или нет? Что-то не вижу какашки. Совершенно не вижу какашки. Ладно. А здесь? Какашку я тоже не наблюдаю. Да, это я понял. Так, ладно, 9-й уровень. Погнали. О, вот вижу какашку. Видите, на дереве. Вот она. Чик. Какашка в виде елочной игрушки. Зашибись. Всегда об этом мечтал. Так, распаковывать подарки время, да? Девочка первая. Или парень. О, две какашки. Хрена себе подарок. Так, мама, папа, у меня к вам серьезный разговор. Какого хрена? Вы нам подарили какашки на Новый год. Почему? Я не понимаю. Ну, типа, какого хрена? Это подстава. Я вам больше не доверяю. Ну, ни хрена себе. Представляете, вы такие идете в 1 января под елку посмотреть, там подарки, вы распаковываете, а там дерьмо вонючее. Жесть. Просто жесть. Так, ладно. Ну, окей, что мы можем делать? Зажать. О! 64? Что такое? Ну, типа, я попробовал зажать, и реально я развернул подарки, там было 64. Я не знаю, что за мемчик, возможно, я что-то пропустил в этой жизни, да? Так, ладно, чувак спит. Будильник. Воу! Это неправильное решение. Он спит. Так, ящик. Видимо, не работает. Плакат. Так, пытаюсь... Скользить, не работает. Ай! Может, занавесочки? Занавесочки как-то не особо работают. Так, подожди. О! Я зажал, короче, на часы. Начал водить пальчиком, и часики взяли боксерскую перчатку. И что? А, все, мы завелись. Теперь... Боже, страшно, что будет... Ну, страшно подумать, что будет только что. Что будет сейчас? То есть он будет бить будильник, но будильник-то его ударит в ответ? Ну-ка. Ой. Чувак, ну с добрым утром. Погнали дальше. Так, что у нас здесь? Какашка есть?
есть какашка вонная. Фу, на стене была. А это кто-то Джейсон, да? Типа намек на Джейсона. Котик. Почему-то плакат Оксимирона на стене. What the fuck? Кстати, я, насколько я знаю, друзья, разработчики Trollface Quest, это же, ну, из России они, по-моему. Ну, или из СНГ стран. Поэтому, в общем-то, и Оксимирон здесь. Вообще, знаете, я знаю эту движуху. Это, типа, игра, которая должна меня напугать, правильно? Я этим квадратиком красненьким дойду до финала, проиграю, там будет скримак. Ну, езжай. Воу, да, конечно. Это было страшно. А что нужно делать? А-а-а, я понял прикол. Он же типа, сам видите, типа монстр какой-то, да, вампир или кто-то такой. Ему не страшно, потому что, ну, выходит морда вампира на экране, ему не страшно. Может, котик? Котик не просто так здесь, правильно? Котик здесь не просто так. Черт, тут какой-то, блин, подвох. Котик. Ну-ка, котик. Блин, боже, котик явно здесь не просто так. Так, он не скользит. Его нельзя взять, на него может понажимать много? Нет, не работает. На котик, мяу. Воу! Котик мяукнул, он испугался. Охренеть. Понимаете, да? Его испугал просто мяукающий котик больше, чем скримак на экране. Но я так и знал, что с котиком с этим что-то не так, да? 12 уровень. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Даже змея должна быть, да? Окей. Ты, может, вылезешь, нет? О, какашка, смотрите, вот какашка желтая. Чик. А здесь почему-то голубая была. Ну-ка, расти, змея. Ну, что это такое? Что тут такое? Давай-ка, расти. Ей плевать. Воу. Уровень не пройдет, все. Это ее доконало, да? Но змея запарилась уже постоянно прыгать туда-сюда. Так, подожди. А что нужно здесь делать? Может, это какой-то мем? Нет, она ее кусает. Змея вообще не хочет быть... блин, ну-ка, подожди. О, можно было так сделать? Фу, бедная змея. За что ты змею-то так? Боже, она всего лишь хотела вылезти. Опять собака, опять доги. Типа, страшная история, да? Страшная. Ну, кто-нибудь что-нибудь сделает? Луна есть красивая. О, поленье нужно подбросить. Холодное. Ха-ха-ха. Так, подожди. Допустим. А, огонь просто все меньше и меньше, меньше и меньше, да? Им холодно, им нужно, чтобы... Может, им нужно встать и пукнуть на костер? Ну, типа, это довольно частый прикол в этой игре. Пукнуть на что-то. Ну-ка, допустим, на него зажать. О! А! Ни хрена он! Как, ну, типа, будь здоров, чувак. Вот, я же говорил, что в этой игре все так работает. Типа, туалетный юмор, все дела. Он перданул на костер, всем, все согрели, все даже сплавились. Смотрите, обуглились, жесть. Так, 14 уровень. Это что, собеседование, что ли? Люди и инопланетяне. И как, тусик? Привет, как дела? Воу! Что? Чувак, тебе очки нужны здесь какие-нибудь? Или выколоть глаза, например? Нет? Не варик? Да хватит! Не уничтожай его! Тролло-ло? Тра-тра? Это не работает так? Может, на кактусик? О! Вот! И что? Его можно взять. Что? Что это? Что это? Что это было?
Я не совсем понял. Но это не важно. Так, 15. Уровень 15 и какой-то грабеж. Так, ну да, говорит, кошелек. И что? Чувак ограбил чувиху. На, говорит. Тоже ограбил. Дай, говорит, кошелек. Подожди. Какие-то активные предметы есть? Да я не хотел нажимать на него. Да не, зачем ты отдаешь? Я нажимаю на окно, а не на твой бумажник. Нет, да зачем ты... Окей. А, вот оно, видите как? То есть, опять же, у меня эмулятор же, и я не могу так сделать одновременно. Ну, то есть, вы понимаете, это мне нужно будет прервать запись, сделать это движение, настроить правильное управление. Короче, вы поняли. Так, вот. Ого. Ноги? Откуда у нее еще 4 лапы? У чувихи есть дохера ног. Типа паучиха, типа вдова черная. Так, подожди. Значит, я вот на эмуляторе нашел эту фишку, да? Типа два пальчика одновременно может растягивать или сужать что-либо. И вот я заюзал только что это. Но только так проходить. Подожди, нажал следующий уровень, нажал же. Во. Что у нас дальше? Какая-то жуткая пони. Че ты, говорит, сидишь, жопой тут мнешь травку? Девчонка испугалась. Мнешь, говорит, травку сидишь, что мнешь травку. Хватит мнуть травку. Говорящая лошадь, зашибись. Так, это не так работает, окей. Алабама, Алабама, Алабама. Воу! Зажал на лошадь, подвинул немножко пальчиком. У них головы поменялись местами. Теперь ты меня понимаешь? И не пройден еще? Окей. Что за бред? Какой смысл в этом, блин, уровне? Так, ладно, окей. Лебединое озеро, да? И что? Тоже нужно пальчиком двумя делать, нет? Ну, погоди. Нет. Двойной пальчик не работает здесь. Значит, по-другому решать. Так, а тут занавесочки можно двигать? Или, например, мостик? Волны вон я на заднем плане вижу. И какашек у меня мало найдено, это плохо. Ничего, мы в следующей серии все какашки найдем по-любому. Окей, нет, не уходите. Давайте заново. Давайте, о! Ты кто? Ты кто, чувак? Хоть покачает, да? Девки в шоке. Ну, типа, я тоже так головой так покачиваю, типа, ну, не. Вот так надо проходить уровни. Жутко и по хардкору. Какашку где? Какашку мне дайте. Так, 60 тролли долларов, да? Что это? Майнкрафт? Half-Life 3? Что? Батл... Охренеть бабла. Подожди. А тут написано, типа, скидка. А где скидка? Нет. Что-то все больше и больше. Нужно вон код. Код зафоткать. Чувак, зафоткай код. Зафоткай код. Типа, мега скидка. Что за фигня? Почему какашку нашел? Окей. А как? Подожди. О! Можно ее забирать. Подожди. Забирай ее. Куда ее бросить? Код прочитать. О, я код прочитал. Ну вот и все.
Я тебе прошел. Па-бам! 19 уровень. Что это здесь? Этого чувака в куртке, кстати, где-то видел. Раньше, в предыдущих играх. Вот вам лужи по морде. Ловите лужу. Да? Так, что еще? Мне смущает чувак в пальто. Люк. Нет. Ух ты! Уровень, почему уровень не пройден? Ну, что-то с этими... Можно делать. С этими щупальцами, да? Я их типа вытащил. Прыгать, это не варик. Он прыгает, и в итоге... Я проигрываю. Так. Что нужно с ними сделать опять? Ой! Нужно было просто поводить. То есть зажать и поводить. Они его окутали и утянули обратно. Все. Только опять же смысла никакого нет. 20 уровень. Красивый домишко. Теперь он горит. Пожарка. Затушила дом. И я проиграл. Зашибись. Ой. Чё, девчонка? А, это мем. Помните мем про девку, которая на фоне горящего здания? Я помню этот мем, да? Так, ну все, друзья. Давайте-ка мы, наверное, на этом моменте серию закончим. 20 серий идеально для первого видео. Во второй серии будем проходить все остальные уровни, друзья. Поэтому непременно поддержите это видео лайком, пишите комменты и рассказывайте друзьям об этом прикольном видеоролике. Не забывайте вступать в группу ВКонтакте и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это был Нептун, всем пока-пока.